Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 7 том, вопрос 1831. Сегодня многие думают, что если они придут к Богу, то несчастные случаи минуют их. Так ли в жизни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вера в Бога не гарантирует ничего в этой жизни, кроме сохранения веры, верности Богу, если ты будешь верен Ему. Псалом 30, 16 стих. Твои руки – дни мои, избавьте меня от руки грех врагов моих и от гонителей моих. Иоанна 10, глава 28-29 стихи. И я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Савва, 5 декабря. Житие. Савва уходил в пустыню и, удалившись от людей, и приближаясь к Богу мыслями и молитвами. Однажды, по обычаю, вышел он из лавры и, ходя около Мертвого моря, увидал маленький пустынный остров, и он пожелал на нем провести дни поста, и пошел к нему. Но зависть бесовская помешала ему, и он упал в какую-то встретившуюся на пути яму, из которой как бы из темной печи выходил дым и огонь. Савва опалил себе лицо и бороду, повредил другие части тела и сильно захворал. Когда он возвратился в лавру, братья узнали его только по голосу, как было опаленное его лицо. И лежал он многие дни без голоса, доколе божественная сила не сошла на него свыше и не исцелила его, и не даровала ему власть на нечистых духов. Борода же его не выросла, уже потом такой, как была прежде, стала небольшой и редкой, и он благодарил Бога за уменьшение бороды, чтобы не тщеславиться ему красотою ее. Евпраксия, 25 июля. Однажды блаженная Евпраксия пришла с водоносным колодцу почерпнуть воды, а дьявол по попущению Божию схватил ее и бросил в колодец. Она, как потом сама рассказывала, дошла головой до дна колодца, но, всплывши наверх, ухватилась за веревку и свесившуюся с ведра в колодец и воскликнула: «Господи Иисусе Христе, помоги мне!» Раздались крики, что Евпраксия упала в колодец, собрались сестры с игуменьей и вытащили ее. Она же перекрестилась и сказала с улыбкой: «Жив Христос мой! Не победишь меня, дьявол, не уступлю тебе. До сегодняшнего дня носила воду в одном сосуде, теперь стану носить двумя». И стала так делать. После этого случая случилось ей колоть дрова для кухни. Когда она взмахнула топором, чтобы ударить по полену, дьявол свел ее руки. Она ударила топором себе по ноге и рассекла голень. Рана была очень глубока, и текло много крови. Она в изнеможении упала на землю и лежала словно мертвая. Это видела Юлия. Она испугалась, закричала, прибежав к сестрам, рассказала, что Евпраксия поранила себя в ногу топором и умерла. Сошлись сестры, обступили ее с плачем. Игуменья пришла, полила холодной водой ей на лицо и сказала ей, осенив ее крестным знаменем: «Дитя мое Евпраксия, чтобы ты помертвела, взгляни и скажи что-нибудь сестрам, они скорбят о тебе». Она открыла глаза и сказала игуменье: «Не плачь, госпожа моя матушка, душа во мне». Игуменья тогда обратилась с молитвой к Господу: «Господи Иисусе Христе, исцели рабу твою за тебя, она так много страдает». Потом, обвязав ей ногу волосяным платком, игуменья подняла Евпраксию и хотела вести в келью. Она же, посмотрев и увидев лежащие дрова, сказала: «Жив Господь мой, не пойду отсюда, пока не соберу дрова и не отнесу их на кухню». «Я соберу», — сказала Юлия, — «а ты ступай, ляг». Но Евпраксия не дала Юлии собрать дрова, а сама набрала полную охапку поленьев и понесла. В кухню надо было забираться по лестнице. Когда Евпраксия взошла на верхнюю ступеньку, дьявол заплел ей ноги и помешал ей. Она наступила ногой на край своей одежды и упала лицом на поленье, которое несла в руках. Лучина возилась ей в лицо около глаза.
Юлия закричала, подбежала к ней и стала говорить. «Не говорила ли я тебе, что ты не можешь нести дров? Ляг, а ты не послушала меня». «Не плачь, сестра», — возразила Евпраксия. «Вытащи осторожно занозу из моего лица, а глаз мой невредим по милости Божьей». Занозу вынули, много крови текло из раны. Игуменья взяла масло и соль и, помолившись, помазала рану. А Юлия стала уговаривать Евпраксию. «Пойди, госпожа моя, ляг на постели и отдохни, а я послужу госпожам сестрам». Но Евпраксия отвечала: «Жив Господь мой, не буду отдыхать, пока окончу послушание моей сестрам». Все сестры много упрашивали ее отдохнуть, так как рана ее болит, но она не захотела отдыхать. Она стояла и варила пищу, а из обоих ран струилась кровь. Она не легла, пока не кончила прислуживать сестрам и в трапезе. Только окончив совсем свою службу, поздно вечером пришла она к своей постели. Бог, видя такое терпение ее, скоро исцелил ее раны, и она выздоровела. А дьявол разрывался от зависти и еще раз попробовал погубить ее. Однажды она вошла зачем-то на высокое здание вместе с сестрами. Дьявол сбросил ее сверху, вниз. Сестры, бывшие с ней, поспешили спуститься вниз по лестнице. Они думали, что Евпраксия разбилась до смерти, упавшись с такой высоты. Она поднялась с земли невредимая и шла им навстречу. На их вопрос, не разбилась ли она, она отвечала: «Не знаю, как я упала и как встала». И все славили Бога, сохранившего рабу свою от смерти. В другой раз, когда она варила для сестер зелень в котле и хотела отставить кипящий котел от огня, дьявол подкосил ей ноги. Она упала назад, а котел с кипящим кушаньем опрокинулся ей на лицо. Помощница ее Юлия закричала, что Евпраксия обварилась, и сбежались все бывшие поблизости сестры. А Евпраксия быстро поднялась с земли. А Евпраксия быстро поднялась с земли и сказала, улыбаясь Юлии: «Что ты наделала, сестра, понапрасну ты встревожила сестер и игуменью». И все видели, что лицо ее невредимо, ничуть не обожжено. Игуменья, заглянув в котел, и увидела, что остатки кипятка на дне еще клокочут. Тогда она спросила Евпраксию: «Разве на тебя не попал кипяток?» «Жив Господь», — отвечала она, — «я почувствовала, словно холодную воду, а не кипяток на своем лице». Удивилась игуменья и сказала: «Да сохранит тебя Бог до конца, дитя мое». Потом старшим сестрам она сказала наедине: «Видите, Евпраксия сподобилась благодати Божией. Пала с крыши, не разбилась, облила лицо себе кипятком и осталась невредима». «Видим, — отвечали сестры, — что Евпраксия истинная раба Божия, и что хранит ее Господь от стольких искушений, спас он ее». В Израиле был муж благочестивый по имени Елиазар. Богам он не служил и жертвоприношений, не только им не приносил он сам, но для того, чтобы избежать мучений, не согласился даже сделать вид, что жертвенное мясо он вкушает. И молвил он, говоря отступным: «Стыд! Ужель затем достиг я лет преклонных, чтоб юношей в соблазн постыдно весть? Не легче ли мучения земные, чем вечное проклятие перенесть? Пускай же я, не послужив обману, безропотно отдамся палачам и без пятна на совести предстану Всевышнего всевидящим очам. Пусть палачи неумолимо люты, но и на казнь ужасную влеком, я Господа в последние минуты коснеющим прославлю языком». Чумина.